для всех, от баха до джазу. Белорусская державная филармония открыла серию концертов для слухачов с широким музычным кругоглядом и эклектичным густом. Абонемент номер 3, который складывается из 3 концертов и объединяет под агульной назвой музыку разных эпох, витал у глядельной зале филармонии самую разностайную публику – от аматоров до знавцев, от романтиков до философов. Идея створения программы належит дирижеру, заслуженному артисту России Евгену Бушкову, который, углядевший агульные подходы у классичной и джазовой традициях, отважился продемонстрировать слухачу переемность музычных эпох. Мне эта тема на самом деле очень интересует. Почему? Потому что я сам вижу очень много общего и невероятно взаимное проникновение между тем стилем импровизации, который был присущ Баху, и тем, во что импровизация превратилась в 20-м и в нынешнее время, в 21 веке. У первый концерт абонементной программы вошли концерт «Ре-минор» для клавира с оркестром Иоганна Себастьяна Баха, «Усходние картины» Шумана, камерная сюита номер 2 Вайнберга, вальс, полька, фокстрот с джазовой сюиты номер 1 Дмитрия Шостаковича и джазовая фантазия на тему «Бах» для фортепиано и струнных Стивена Прусмана. Сам Прусман, американский композитор и пианист-импровизатор, был запрошен в Беларусь в якости солиста, а тому особисто презентовал минской публице уластный твор. Гэта фантазія на тэму прозвішча Баха. У гэтай кампазіцыі шмат джазавых элементаў, такіх як свінг, бібап. Таксама там можна знайсці і сляды фугі, а Бах, як вядома, быў бацькам фугі. І тут ёсць маленькая цытата з адной з кантат Баха. Прыхільнікаў класічнай і джазавай музыкі, якія набылі абанемент номер 3, чакаюць яшчэ два запамінальных канцэрта і дзве незабыўныя сустрэчы з выдатнымі выканаўцамі.